В ритме хороводных песен и звуков традиционных музыкальных инструментов участники фестиваля ощутили связь поколений, причастность к вековым традициям и общность со своими соседями. Северный хоровод – не просто танцевальное действие, это символ единения культурного и духовного взаимодействия народов, населяющих Мурманскую область. Наша многонациональная сторона на том и держится, на том, что мы разные, абсолютно все. Но в своей разности мы едины. И именно сегодня мы хотим показать то многообразие народов, людей, национальностей, нашу культуру, наши обычаи. И что переплетение культур, оно всегда было, и оно всегда настолько было гармонично. Насыщенная программа праздника позволила каждому почувствовать себя частью удивительного мира национальных культур. Гости фестиваля насладились аутентичной музыкой, танцами и народными ремеслами. На выставке-ярмарке «Достояние России» северяне могли приобрести памятные сувениры, сделанные с любовью руками мастеров. Хочется что-то делать. Наверное, в детстве не наигрались. Поэтому хочется все время что-то делать своими руками. Много времени уходит на создание одной игрушки, например? Ну, когда как. Когда быстро пойдет, а когда бывает и не идет. Также северяне порадовали себя угощениями национальной кухни разных народов. Например, солисты ансамбля казачьей песни «Северная станица» угощали походной кашей, кулешом и фруктовым чаем. А представители татарского общества – якташ традиционным блюдом чак-чак. Юрий Манаков, Максим Кравченко, ТВ 21+.